Ай, привет, к дорогие, сейчас мы на улице снимаем видео для вас. Посмотрите сегодня в Пекине. Погода чуть-чуть пасмурная и прохладная. Сегодня пойдете на улице погуляйте. Видите, много людей погуляют. И машины много поехать. Видите, там есть солдат. Он стоит там. Наверное, звонит девушку телефона. Вот это здание. Ну, офис. Называется Гехуа. Имя. Но здесь, наверное, столько для флаг. Но сейчас нету. Просто чистый. Вот это дерево. И много машин здесь стоят. Хорошо, сейчас мы вместе посмотрим, у нас живая модель. Видите вот это платье? Очень длинное, желтого цвета. Такой цвет очень приятного. Назад. Марка. Без рукавов. Наверное, здесь рисовать галушка, наверное, персик, но я не знаю, что еще есть. Просто на вид очень красивый. С вот этим поясом, ремень, как бабочка. Цвет желтого тоже. А здесь чуть-чуть точка есть, можно регулятор. Ну, так вот это. Тогда вы хотите, вы любите другое ремень, поменять можно. Любой цвет, любой фасон, ничего. Можно с такой, как я сегодня носила вот эту обувь, можно с высоком, на высоком каблуке, туфли. Все можно. На пляже одеваться, догладить солнце. Пойдет на улице погулять, одеваться. Ну, все, по-моему, очень хорошо. Да, вот это другой цвет еще есть, надеюсь, вам понравились. Вы можете любить, вы можете выбрать с нашего сайта. Пока, до встречи!